Полосатый рейс прибыл у Гомеля. Головных героев новогоднего циркового представления «Тигра» и 17 львов доставили сегодня у Гомельский цирк. Эти драпежники примут удел у святочным шоу «Дед Мороз и львы Африки». Их дрессировщик Хамад Акута, заслуженный артист Египта, академик циркового мастерства России и герой книги рекордов Гиннесса 1994 года, как самый юный дрессировщик у свете. Упершиню у клетку со львами Хамада вошел у 2 года, а дрессурой драпежников начал заниматься у 7 годов. Дарэчы, ён артист цирка у 6-м поколении. Цирковой династии амаль 170 годов. У Гомеля с драпежными артистами ён приезжал каля 7 годов тому. Вернулся с новыми регалиями, опытом, программой и шрамами. За его плечима больше за 20 годов дрессуры и 9 травмов головы, рук и ног. До первого выхода артиста с живелами на гомельскую арену застается 3 дни. Премьера отбудется 16 снежня. Разом с живелами у Гомель доставили великую колькость реквизиту. Для драпежников будет сконструированная специальная клетка, в якую Хамад Акута и зойде на вачах у 1500 глядачоў. Я могу сказать, название труки, но будет интересно, что все заходы бросятся посмотреть. Есть трук солнца, это авторская мой, это очень сложно. Они стоят на табуретке, и такие табуретки вокруг, и они крутятся синхронно. Есть очень много всего. Работа с хищниками львов и тигрей, это не опасно, это сложно. Здесь в Гомель, конечно, я очень рад броситься, потому что это цирк на меня значит много. Это первый цирк, я начинал именно в Европе, поэтому мне очень приятно, что здесь приехал. Гастроли Хамады Куты и его косматых подопечных протягнутся у Гомеля амаль месяц. За этот час свои небеспечные труки артисты покажут 26 разов.